30 новых саженцев липы появились в Мемориальном парке Победы в Чебоксарах. Землячество Чувашии высадили там аллею дружбы. Кроме представителей районов республики, посадить памятные деревья приехали земляки из Татарстана, Башкортостана, Ульяновской области, городов Санкт-Петербург и Москва. Место для посадки выбрано не случайно. Аллея дружбы появилась здесь в рамках международной акции «Сад памяти», которая реализуется уже второй год. Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В разных районах Чувашии уже высажены тысячи деревьев. Много акций таких положительных, позитивных. Вот сегодняшняя, вот для меня лично, может быть, самое главное, потому что не зря говорит, вырастить сына, дом построить и посадить дерево. Вот. А я лично с удовольствием вот участвую и всех призываю посадить побольше деревьев.